Это мимоза. Вот она уже готова распустить свои красивые цветочки. Вот вверху она. Бутончики выглядят вот так сейчас. Вот они. Сегодня 8 января. Вот будут цветочки. Только, к сожалению, это растет на улице. И каждый год ее всю обламывают. Если успею, я смогу показать, когда она расцветет, значит, покажу вам всем. Вот такие мелкие-мелкие бутончики появились уже у мимозы. Вот она, вестница весны. Самые красивые цветочки мимозы. Начало цвета. Вот она распускается уже. Уже появляются совсем-совсем красивые цветочки. Яркие. Тяжело здесь снимать, потому что на дороге стою, машины ездят. Вот, посмотрите, какая красота. Еще ближе показываю всем. Вот не распустившиеся еще бутонные цветочки, а вот это вот уже расцвели они. Распустились бутончики. Вот такая красота появляется. Вот они, красавицы какие. Мне очень нравится сочетание цветов. Лимонные цветочки и вот эта зелень, листочки мимозы. Это такая чудесная красота. Так чудесно сочетаются между собой. Вот смотрите, видите, листочки валяются на полу, обломали огромными ветками. Вот, такую красоту разве можно ломать? Но люди беспощадны. Вот, вот она, такая огромная ветка была, смотрите, свежий скол, но ничего не поделаешь. Вот она, красавица мимоза. Одна веточка единственная осталась, а бутонов было очень много, очень. Но все валяется на полу, листочки не зацвели, которые бутоны, они тоже на полу. Вот так. Вот распустилась мимоза. Смотрите, какая красота. Ну, пасмурно, освещение плохое, поэтому лучше не получится, ярче не получится. Ну, уже все ободрали. Уже все поломали. Вот, к сожалению. К сожалению, получается темно очень, потому что пасмурно, солнышка нет сегодня. И вот так получается. Ну, хотя бы то, что есть. Будет солнце, и этого не увидим. Вот она, моя красавица. Так хочется поближе было снять, но нижние ветки все оборвали. Вот так мы бережем природу. Очень красиво. Мне вообще нравится. Говорю же, вот необычная зелень у мимозы, листочки. Прям вот необычная зелень. И сочетание вот этой зелени с лимонными цветочками, это вообще чудо. С
сезон цветения мимозы. Вот такая она красавица. Яркая, сочная. Красота. Вот такая красавица мимоза во дворе. И вот что осталось от мимозы сейчас. Вот так и живем. Вчера была красивая мимоза, а сегодня идем, и уже вот все, что осталось. Ох уж этот бизнес на всем.